хотелось бы поговорить по поводу всего вот этого вот безобразия, которое происходит сейчас на улицах нашего города. Не только нашего, но и вашего. В стране и вообще. И речь пойдет не о голосованиях, не о поправках, а о такой вещи, которая напрягает, я думаю, каждого, кто имеет детей, кто планирует иметь детей. Такие вещи, которые зачастую мы видим на остановках, наклейки разного характера о том, что вы можете совершенно без проблем приобрести какие-то наркотические средства. Не будем вдаваться в подробности, зачем вы это делаете, зачем вы клеите эти наклейки в меркантильных целях или в каких-то других. Но зачем популяризировать те вещи, которые запрещены? Зачем? Неужели не хватает тех соблазнов, которые есть, таких как алкоголь, сигареты? Вот зачем лишний раз нагружать молодой мозг подрастающего поколения теми вещами, которые вы делаете? Зачем вы это распространяете? Я не хочу об этом даже думать и разглагольствовать на эту тему, но я не хочу, чтобы мой ребенок, имея смартфон, и у которого в кармане весь мир, скажем так, применял сканер QR-кодов для того, чтобы посмотреть хотя бы, что это за сайт такой. Я не хотел бы, чтобы мой ребенок при помощи телеграм-канала заходил к вам в группу. Зачем эта лишняя реклама? Кому она нужна в первую очередь? Большое, конечно, спасибо коммунальным службам, которые своевременно удаляют эти наклейки, эти листовки, замазывают надписи на асфальте, удаляют граффити подобного содержания. Я вот просто понять не могу, неужели вам нечем заняться, кроме как заниматься такой херней откровенной? У вас же тоже будут дети, либо есть дети, которые, не дай бог, зайдут к вам же и закажут. Вот просто хотелось бы понять, неужели это стоит тех денег, которые заработаете конкретно вы, расклейщики этих объявлений? Неужели вам от этого будет какая-то польза? Все, о чем я хотел бы сказать, это всех сограждан, которые наблюдают и которых тоже бесит такая ситуация, сдирать эти наклейки. Вот. Носить с собой черный маркер для того, чтобы зарисовать какую-то надпись, которую вы оставляете на обычной доске объявления. Вот. Вам самим не стыдно? Потом будет, когда вы сами вляпаетесь по самое не хочу с этим делом. Не понимаю смысла всех этих манипуляций, всех этих движений. Зачем это делать? Зачем это делать в больших городах, в маленьких городах, где молодежь не знает, чем им заняться, где подростковое поколение новых экспериментаторов ищет себе новые развлечения и натыкается на вашу рекламу? Зачем? Ведь можно заняться спортом, там, я не знаю, пойти в поход, делать самолетики, записаться на какой-то кружок бальных танцев. Но точно не ходите не расклеивать эту гадость. Даже если вы там не употребляете, даже если вам от этого ни холодно, ни жарко, то ради денег
Но это как-то глупо, тупо и нецелесообразно. В любом случае, пусть лучше город будет чище от ваших бумажек, от лишней рекламы, от всего того ужаса, который потом свалится на голову детишкам. В общем, как-то так. Может быть, просто применить ваш талант для того, чтобы сделать хорошие граффити без содержания телеграм-каналов, без QR-кодов, без лишней рекламы. Просто сделать какую-то стенку красивее, красивым рисунком, а не популяризацией там разного рода наркотиков. Да проще написать, наверное, на стене: «Займись спортом». И это будет, наверное, даст больший эффект в жизни чьей-то, хотя бы одного человека. Вокруг такая красивая природа. И вот когда ты идешь где-нибудь в парке, натыкаешься там на всякие шприцы, иголки, всякий мусор, который вы за собой оставляете. Зачем? Вот я не понимаю, зачем это делать. Зачем подвергать опасности наших, ваших детей? Наших и ваших, потому что мы находимся по разные стороны баррикад в данном вопросе. Такая красивая природа, такое прекрасное лето. И здесь на природе намного чище, чем в городе, на остановках из-за ваших наклеек и объявлений. Из-за ваших художеств на стеклах остановки, где вы пишете телеграм-каналы свои. Кому это нужно? Главный вопрос этого видео: что за этим стоит, я даже не хочу думать. Но, по-моему, проще, если наши дети будут воспитываться немного в чистом мире от вашей рекламы. В общем, это, наверное, все, что я хотел сказать. Бесит до глубины души это все дело. И если я где-то еще такое увижу, то, соответственно, буду сдирать. И мне абсолютно по барабану, кто там что будет на это говорить. Всем пока. По скрипту. Подпишись на канал, оцени это видео, забрось какие-нибудь свои соцсети. Может быть, сможем достучаться до какого-нибудь человека, и он перестанет делать эту никому не нужную рекламу. Всем пока!